В Братске утром 15 сентября столкнулись кроссовер и машина скорой помощи. От удара спецтранспорт перевернулся. Автомобиль с медиками ехал без включенных спецсигналов. В салоне помимо водителя находилось еще двое фельдшеров. Шофер скорой пытался сманеврировать, когда перед ним появилась иномарка, но не успел. В результате аварии у спецтранспорта оторвалось переднее колесо. К счастью, никто из медиков не пострадал. Также легко отделалась владелица кроссовера. По предварительной информации, именно 31-летняя водитель иномарки выскочила на встречку и спровоцировала ДТП. Инспекторы предложили женщине пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась. Это что за жесть? Почему у меня-то с машиной все хорошо, с ними-то что? У них кто? КамАЗ въехал. Вот посмотрите, пожалуйста, на мои повреждения. Они вообще... Откуда вообще они ехали, кстати? 7 утра. Мою машину, возможно, надо в ремонт эвакуировать. Я реально, а скорая что, вот прям из картона сделана или что с ней? В отношении водительницы составлен протокол за совершение нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 «Отказ от медицинского свидетельствования». За данное нарушение водительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами от 1,5 до 2 лет.